Золото и серебро были основной валютой в течение 5000 лет. Но только где-то между 680 и 630 годом до нашей эры они стали деньгами. Их начали чеканить в виде монет равного веса где-то в Лидии. У всех монет были одинаковый размер и вес. Они стали, как это называется, взаимозаменяемыми. И теперь могли использоваться как единица учета и измерения. Товар или услугу можно было оценить в определенное количество золотых и серебряных монет. И цена была единой для всех при покупке данного товара или услуги. Но только с миграцией в общество со свободным рынком, прототип демократии и колыбель цивилизации, Афины, деньги набрали полную силу. Они обрели свой естественный дом, свободные рынки. Афины были первым сообществом с рабочей налоговой системой и свободными рынками. Это позволило им стать вершиной цивилизации. На волне своего благосостояния они создали великие произведения искусства и достигли невиданного прежде уровня архитектуры и инженерии. Прошло 2500 лет, но люди до сих пор поражаются их достижениями. Это был поистине фантастический период человеческой истории, и звезда Афин горела многие годы. И возникает вопрос, что же пошло не так? Как такая великая и могущественная цивилизация могла пасть? Ответом служит популярный в истории сценарий. Слишком много жадности, слишком много войны. Именно с развязыванием Пелопоннесской войны, схлестнувшись со Спартой, Афины столкнулись с экономическими проблемами. Сначала они утратили доступ к своим золотым и серебряным шахтам. Кроме того, они платили пешим армиям, которые бились очень далеко от Афин. А поскольку армии нужно было покупать товары и услуги у дальних народов, в Афинах началась дефляция, поскольку деньги утекали из города. Затем они начали девальвировать деньги, чтобы платить за войну. Если собрать налогов на 1000 монет, а затем расплавить эту 1000 золотых монет, добавив 50% меди, можно отчеканить 2000 монет. Если получить 1000 монет, а потратить 2000 монет, как это называется? Дефицитное финансирование. Афины занялись им в период войны со Спартой. Кроме того, велись крупные и дорогие общественные проекты. Они достроили храм Афины Ники во время шестилетнего перемирия в этой 27-летней войне. Они не закрывали общественные программы, чтобы экономика могла оправиться после издержек войны. В процессе девальвации народ сначала не делал разницы между монетами, пока их не стало очень много. И не включился так называемый закон Грэшема, согласно которому люди оставляют себе редкие деньги и в первую очередь тратят распространенные. Поэтому золотые и серебряные монеты начали выходить из оборота, стали редкими и остались только медные. Неожиданно золотые и серебряные монеты стали меняться на целую кучу медных за старое золото и серебро. Впервые в истории у золота и серебра появилась цена. Раньше все оценивалось по весу золота и серебра. Таким образом, важным фактором гибели Афин были траты на войну, расширение империи, девальвация валюты и вызванная ею инфляция. Они перечеканивали монеты, пока в них не осталась одна только медь. Это же была и первая в мире гиперинфляция, которая привела к такому финансовому истощению Афин, что в 404 году до нашей эры они сдались Спарте, а впоследствии стали лишь мелким сателлитом Рима. И больше всего меня поражает, как история раз за разом просто повторяется, повторяется и повторяется, но мы все равно не учимся на своих дурацких ошибках. Мы просто повторяем эти дурацкие ошибки снова и снова. Сейчас происходит то же, что привело к упадку великой культуры Афин. Мы девальвируем валюту, ведем дефицитное финансирование. И все по тем же причинам, ради войны и крупных общественных проектов. Важен факт того, как началась Пелопоннесская война.
Интересная параллель в том, что Афины были на пике величия, и они были исполнены гордыни, которая привела их к упадку. Они думали, что они, ну, выше всех, непогрешимы, все знают. Именно так, и в результате они уничтожили свое общество. Мы ведь сейчас той же дорогой идем. Думаю, да. Да, после Пелопоннесской войны появилась пьеса о никчемности медных монет, бывших в обороте. Мы переходим от ценных золотых и серебряных денег к валюте с номинальной стоимостью. И это первый пример в истории, который я нашел, когда войну и крупные общественные программы вели дефицитным финансированием. Только что вы увидели первый документированный пример одной из самых предсказуемых тайн денег — «Семь стадий империи». Это многолетний цикл, который повторяется в истории вплоть до сегодняшнего дня. Это, по сути, общественный маятник, который качается от качественных денег в количественную валюту и затем обратно к качественным деньгам. В цикле всегда семь стадий. И на последней стадии золото наносит сокрушительный удар девальвированным валютам. Происходит это так. Первая стадия. Страна начинает с хорошими деньгами в виде золота или серебра, либо же деньги обеспечены ими. Вторая стадия. Развиваясь экономически и социально, страна набирает груз экономических обязательств, все больше наращивая общественное строительство. Третья стадия. С ростом благосостояния растет и политический авторитет страны, и она начинает наращивать расходы на военную мощь. Четвертая стадия. Страна приводит военную мощь в действие, и расходы многократно увеличиваются. Пятая стадия. Чтобы оплачивать войну, она присваивает богатство народа путем девальвации монет простыми металлами или замены денег валютой, которую можно создавать в неограниченных количествах. Шестая стадия. Население и финансовые рынки замечают утрату покупательной способности раздутой денежной массы, что вызывает недоверие к валюте. Седьмая стадия. Происходит массовый уход от валюты к драгоценным металлам и другим материальным активам. Валюта обваливается, а золото и серебро стремительно дорожают пропорционально огромной инфляции денежной массы. Этот процесс наделяет огромным богатством тех, кто предугадал неизбежное и перевел свои средства в настоящие деньги — золото, серебро или биткоины. Знаете, наша денежная система, по сути, отнимает богатство у бедных и среднего класса и передает его банкам. История знает такие случаи. Они повторяются раз за разом. Происходящее сейчас в Греции аналогично тому, что было в 407 году до нашей эры. Дефицитное финансирование общественного строительства и девальвация денежной массы сделали из них сателлит Рима. В наше время они становятся сателлитом банков. Смысл закона Грэшема прост. Люди будут беречь то, что ценно, и тратить то, что цены не имеет. В детстве, когда мне было 11 лет, мы перешли с серебряного стандарта на чисто фиатные деньги. Народ использовал серебряные деньги и привык к ним. Никто не задумывался, но в 1965 году президент Джонсон решил, что серебро слишком дорогое, чтобы быть деньгами, и нужно чеканить заменители, так называемые купроникелевые монеты. На тот момент это была медь, покрытая никелем, и металл стоил, конечно, гораздо меньше. Ребенком я это понимал. Но очень мало взрослых понимало, что на самом деле происходит. Некоторые понимали, и их хватило. Сработал закон Грэшема, и серебро ушло из оборота очень быстро. Интересно, что в неплохо задокументированной истории денег такие монеты всегда выпускали похожими на золото или серебро. Почти всегда. В некоторых крайних случаях середина монеты сделана под серебро, а окантовка под золото. Внешне, хотя сами они ничего не стоят, кроме веса в черном металле.
Мне кажется, что это на уровне подсознания. Зачем их делают золотого цвета? Зачем серебряного? Думаю, у человека заложено знание, что золото и серебро обладают ценностью. Смотришь в карман, а там что-то золотистое или серебристое. И внутри такое приятное, теплое чувство. А, ну и супер. Но эти монеты ничего не стоят. И следующий вопрос. Как это влияет на вас? Дальше я поехал в Лондон, куда меня пригласила выступить группа бизнесменов. Им было интересно, почему золото вдруг вошло в тренд. И я им сказал, что чтобы понять золото, нужно понимать историю денег. Рассмотрев прошлое, можно лучше понять, как семь стадий империи разворачиваются в наше время. Нам запретили показывать их лица, но разрешили записать мою презентацию. Итак, внимание. Последние 140 лет истории денег, сжатые в 10 минут. Держите 7 стадий империи в уме и попытайтесь найти параллели во время просмотра. Все думают, что доллар США — это то же самое, что и золото, хотя он им не является с 1971 года. Это мировые денежные системы. С 1873 года, когда Германия перешла на классический золотой стандарт, при котором каждая единица валюты обеспечена равным количеством золота в сокровищнице. В Соединенных Штатах 20-долларовая банкнота — это 20 долларов золотом. Приходишь в любой банк, кладешь свою валюту, которая была квитанцией, чеком на деньги, просишь свои деньги, золото и серебро, и тебе их выдают. Поэтому и схема. Это валюта, а это деньги. Иначе правительствам не было смысла держать в хранилищах золото и печатать валюту, обеспеченную золотом. Золото дает уверенность в бумаге. Оно же позволяет правительствам запустить эту аферу, по которой они печатают квитанции на золото, а затем могут напечатать их больше, чем существует золото. Это случилось, когда началась Первая мировая. Все страны-участницы отменили конвертацию. Больше нельзя было прийти в банк и обменять фунты, лиры, марки, франки на золото. Они запустили печатные прессы и бросились печатать. В период между войнами мы перешли на так называемый золотовалютный стандарт, при котором валюты были обеспечены золотом частично. В США по закону о Федеральной резервной системе 13 года Федеральный резерв мог выпускать 50 долларов квитанций на золото, это деньги в обращении, обеспеченных лишь 20 долларами золота. Это был 40-процентный резервный норматив. На каждую 20-долларовую монету в хранилище резерв мог выпускать 50 долларов в обращении. Мы долларов страны большой парад. Смотри, как нас чеканят дружно в ряд. Нас были миллионы, а нынче биллионы. И будут триллионы, может стать. Затем был 1944 год. В течение обеих войн Европа платила Америке золотом. В Первую мировую США выступили только в самом конце. Мы не отправляли сюда военных вплоть до последних 6 месяцев войны. Поэтому примерно первые 4 года мы продавали вам, вы собирали всю молодежь с ферм и сделали из них солдат. Заводы, которые выпускали тостеры, теперь делали пулеметы, а автозаводы стали выпускать танки. Вы перешли на военную экономику, поэтому все потребительские товары и зерновые приходилось импортировать из США, а вы платили нам золотом. Затем, во Вторую мировую, Гитлер начал бряцать оружием в 1936-м, аннексировал Австрию в 1938-м, вторгся в Польшу в 1939-м, Пёрл-Харбор случился только в конце 1941-го. У нас не было сухопутных войск вплоть до 1942 года. То есть, опять же, 6 лет вы платили нам золотом, а мы продавали вам товары. Отсюда у американцев есть миф, что война полезна для экономики. Война полезна для экономики, когда ты в ней не участвуешь и продаешь товары воюющим. Да, национальный доход Америки продолжает расти. В 1943 году он составил 142 миллиарда долларов. Это вдвое больше, чем в 1939 и втрое больше, чем в 1933. Под конец Второй мировой США владели 2/3 монетарного золота в мире, золота центробанков. Остальной мир суммарно владел 1/3, а у Европы его не было вообще. Поэтому мировая денежная система не могла дальше работать, она бы рухнула. Но мы занимали доллары Европе, и Европа была заполнена долларами.
Поэтому представители стран мира собрались в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гэмпшир, в 1944 году и создали новую мировую денежную систему, которая называется Бреттон-Вудская система. Она гласила, что все валюты в мире, за исключением некоторых, будут обеспечены долларом США, а доллар США будет обеспечен золотом по курсу 35 долларов за унцию. Это дало валютам надежность. Система дала миру стабильность и привязала все валюты через доллар к золоту. Тогда не было никаких таких вещей типа Форекса, валюты не колебались. Обменные курсы были фиксированы год за годом. В результате возросла и мировая торговля. А затем последовал долларовый стандарт. Потому что мы печатали и печатали доллары. Бреттон-Вудская система не предусматривала резервный норматив, который бы регламентировал количество золота в наших хранилищах на каждый напечатанный доллар. Мы вели дефицитное финансирование войны в Корее, во Вьетнаме и Великого общества Джонсона. Мы раздули денежную массу, то есть количество бумажных долларов в обращении, и распространили их по всему миру. В 60-е Шарль де Голль, президент Франции, понял, что у нас нет столько золота, чтобы обеспечивать доллары. Тот факт, что многие страны принимают за абсолют, что доллар не хуже золота, позволяет американцам влезать в долги и влезать в них бесплатно за счет других стран. Потому что свои долги США отдает долларами, которые только они могут печатать. Мы считаем необходимым, чтобы международная торговля велась, как это было нормой до великих невзгод мира, на неоспоримой денежной основе, которая не несет отпечатка ни одной страны. Что это за основа? Трудно себе представить, что кто-то всерьез нашел бы стандартный критерий лучше, чем золото. И после этого Франция стала выменивать свое золото. Она возвращала Америке доллары. Это заметили остальные страны и тоже подключились. США потеряли 50% своего золота с 59 по 71 годы. И все равно в 71-м в обращении оставалось в 12 раз больше долларов, чем запасов золота. И этот набег на банк, США теперь были в роли банка. Это был огромный глобальный набег на банк, потому что США во второй раз совершили аферу и создали больше квитанций на золото, чем было золото. Все очень просто. В какой-то момент рынок это почувствовал, и Никсону пришлось отменить золотой стандарт, потому что, выплачивая он золото до последнего, золото бы закончилось раньше долларов, и мировая денежная система рухнула бы. Я дал указ секретарю Коннелли временно приостановить обмен долларов на золото и прочие резервные активы, за исключением объемов и условий, которые принесут пользу монетарной стабильности и Соединенным Штатам. В тесном сотрудничестве с Международным валютным фондом и странами-партнерами мы разработаем соответствующие реформы для создания срочно необходимой новой мировой денежной системы. И 15 августа 1971 года все мировые валюты стали фиатными. Я не знаю, почему остальные страны его тотчас не линчевали, но они не стали, а молча согласились. Наших друзей за океаном, я уверяю, Соединенные Штаты были и остаются прогрессивным и благонадежным торговым партнером. История видела тысячи и тысячи и тысячи фиатных валют, и ни одна из них не выжила. У них стопроцентная статистика неудач. И тут мы запустили эксперимент, в котором все мировые валюты стали фиатными одновременно в 1971 году. Но вот статистика. 30-40 лет, другая денежная система, 30 лет, 28 лет, 39 лет плюс несколько лет. Что дальше? Еще до конца десятилетия появится новая мировая валютная система. Мир сотрясет колоссальный дефляционный обвал. Мир, скорее всего,
примет какую-то новую валютную систему. После того, конечно, как правительства пытаются отпечататься от напасти, чем вызовут гиперинфляцию всех валют, а народ потеряет уверенность в валюте. И к чему мы тогда все возвращаемся? Всю историю. Раз за разом, вот уже 5000 лет, мы всегда возвращаемся к золоту и серебру. В мире плавающих валют, то есть всех нынешних национальных валют, они колеблются относительно друг друга, но все опускаются по отношению к золоту. Это касается доллара, евро, британского фунта и всех остальных. Они будут и дальше терять силу и покупательную способность. Лично я считаю, что развязка неминуема. Ситуацию уже не спасти. Можно только либо разориться, либо выиграть. И моя работа, чтобы не только крупные мировые инвесторы стянули себе все добро. Я хочу, чтобы как можно больше мелких инвесторов выиграли, потому что это на нас держится все человечество. Средний класс, мелкие инвесторы. Подписывайтесь на наш канал YouTube, рассказывайте друзьям, ставьте лайки, все дела. Больше информации о биткоине на сайте bitnovosti.com.